Самара городок, беспокойная я, беспокойная я. Друзья, всем привет! Мы на Самара-арене, ровно 5 минут до начала кубкового матча, четвертьфинального матча Кубка России, крылья советов «Динамо». Вот такой вот баннер подготовили наши болельщики. Тут же хочется рассказать, как крылья «Динамо» вышли в эту стадию. Крылья победили «Химки». В свою очередь «Динамо» обыграла «Спартак» со счетом 2-0. Сегодня не сыграет в составе «Динамовцев» их главный на данный момент актив Арсен Захарян и Константин Тюкавин. У Захаряна повреждение, и он не прилетел сегодня в Самару. Хорошая афиша, будем ждать такого же футбола. Готовятся участники матча выйти на поле. Смотрите, какая атмосфера, как сегодня много болельщиков у нас пришло. Даже болельщики московского «Динамо» в каком большом количестве приехали. Богдан Овсянников сегодня сыграет в таком важном матче. Что, верим в нашего вратаря? А вот и динамовцы. Губернатор выходит. Добрый вечер, дорогие любители футбола! Добрый вечер, дорогие зрители! Добрый вечер, наши гости! Сегодня всем добрый вечер! Откликнулся на этот праздник на новое искусство Марта. Я хотел бы поблагодарить жителей Абхазии, крылья советов Марина, руководителей Российской футбольной союз за то, что поддержали наши идеи. Посвятите этот матч тем людям, на стадионе. Это волонтеры, это участники общей российской. Мы вместе, давайте поприветствуем. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем сегодня красивой игры, радости, удовольствия и здоровья. Этот матч начнется необычно. Я хочу для его начала пригласить сюда лучшего стреляющего. Биатлонист Эдуард Латыпов из Самары. Вот так вот ярко начинается этот матч. Капитаны обеих команд обмениваются вымпелами, выбирают, где сыграет каждая из команд. Вратарь сборной России Антон Шунин. Вот таким вот напутственным словом от губернатора начинают наши футболисты этот матч. Посмотрим, как он сложится. Но мы, конечно же, будем верить в своих. И тут же с ходу матч, еще не успев начавшись, уже слышим и бурную поддержку наших фанатов. Давайте, парни, чтобы этот матч остался в истории. Может быть, товарищи, а вот матч
Сейчас биатлонист выстрелит, и начнется матч. Праздник футбола стартовал. Сейчас как раз Сергеев подхватывает этот мяч. Может он пройти между двух защитников. Обводит, отдает передачу налево. И подача может последовать. Удар поворотом. Шунин. Гол! Забивают крылья Советов. Вот так вот неожиданно начинается эта встреча. Очень яркое начало матча. Крылья Советов выходят вперед со счетом 1-0. Но это вполне логично. Крылья играли чуть поактивнее. И принимает поздравления сейчас Ежов, я так понимаю, отличился. Именно он сегодня вышел на фланге в Ани Кабутов, которого сегодня нет в стартовом составе. Наша команда при третьей же, по-моему, атаке отличился. Роман Ежов, мой однофамилец, забивает ворота «Динамо». Вот это да! Вот это игра у нас. Кстати, Тюкавин приехал на матч. Хотя сначала была информация, что его не будет. Сейчас заметил такой интересный баннер. Кубок только в Куйбышев. Символично, с учетом того, что когда еще Самара называлась Куйбышевым, финал крылья выходили в финал кубка два раза. И в обоих проигрывали. Посмотрим, сможем ли мы сегодня продвинуться в полуфинал. А там кто знает. Подача. Ух ты, это шанс. Я показывает отворот. Жалко. Ух ты, отражает Богдан. Супер. Второй тайм стартовал. Пока в нашу 1-0. Thank you.
как стадион кричит. Желтый, а у нас штрафной. Причем очень опасный ворота Динамо. Здесь Динамо. Вот это удар! Вот это да, здорово! Антон Шунин еле дотягиваясь, отбивает мяч. Динамо готовится две замены. Сильвестр Бунт и Николай Камниченко. От установки Камниченко. Шварца. А тут все еще спорная ситуация. Случилась замена. Пока еще неизвестно, кто вышел. Атаку. Владимир Полуяхтов и Егор Галенков готовятся выйти. Не стал еще. Кто выходит? Аплодирую Талвичу, болельщики. Так, вместо кого выходит? Полуяхтов выходит вместо Талвича. Вместо кого Егор выйдет? Уходит Сарвели. Егор вместо Сарвели. Удачи, Егор. Хотелось сказать, динамовцы остались мячом. Нет, они провалились. Орден спешно возвращается назад. И может получиться опасная атака у крыльев. И автогол. Нет, автогола не будет. Это будет 2-0. Все равно. И это Иван Сергеев, который показывает, что это бинокль. Да ему и показывать уже ничего не надо. Все про него понятно. Это человек Иван Машина. Болельщики были абсолютно правы. Машина забивает. И в Кубке России. Не позволил Сергеев отличиться Нойштеттеру, который закатывал мяч в собственные ворота. Но счет в любом случае изменился. 2-0 впереди крылья Советов. И это очень похоже на выход в полуфинал. Очень похоже, потому что времени остается у Динамо крайне-крайне мало.
России. Какие эмоции. Дмитрий Кабатов только что не забил. Издыхал весь стадион. Два раза сегодня забили вратарю сборной Антону Шунину. Смотрите, сколько сегодня болельщиков. Вот ради таких эмоций приходят на футбол. Весь стадион кричит: молодцы, молодцы. Последние секунды. Результат в нашу пользу. Красота. С победой команды.